Всем мое почтение, друзья. И сегодня 22 апреля 2022 года. И вот смотрел интервью Алексея Данилова, человека, который я уважаю. Это секретарь РНБО, Совета национальной безопасности Украины. И вот он заявил, что Путин и Шойгу планировали создать концлагеря для украинцев в Западной Сибири, чтобы строить там новые города, сказал Данилов. А если мы вспомним, что до войны, где-то в начале года, в конце 2021 года, говорилось, что Шойгу планирует, так сказать, строить какие-то дома в Сибири, города целые. И это сопоставив, можно прийти к выводу, что это реально так хотели сделать. Более того, Данилов еще сказал, что задача расистской орды – уничтожение нашей страны, нашей нации, колонизация Украины. По сути, я полностью на 100% согласен с Алексеем Даниловым и хотел бы сказать, что эти люди, если их можно назвать людьми, они фактически хотят уничтожения всех тех, кто хоть как-то могут сопротивляться им. Они на оккупационных территориях не оставят никого, кто хоть как-то вольно думает. Мы все должны бороться против этого путинского ига. Все, я имею в виду весь мир. Потому что Россия – это раковая опухоль на планете Земля.